Меня зовут Юля, и сегодня мы отправимся в лес, Берлинский лес, за грибами. Середина ноября. Богата ли вообще берлинская столица на грибы в середине ноября? Это мы с вами сейчас увидим. Сейчас 13 градусов, довольно-таки тепло. Мне очень-очень интересно. И пингешпант, как говорят немцы, то есть я очень так в напряжении. Вот, я очень надеюсь, что мы что-то найдем. Даже хотя бы поганки и мухоморы, и то хорошо. Ну что, вот мы приехали в лес, который называется вот так. Вы видите название его — Груневальд, то есть почти от слова грюн, то есть зеленый. Вот. И как поговаривают, что даже в ноябре можно вернуться домой с полной сумкой грибов, опят, маслят, да, там, польских грибов. И даже можно найти белые грибы, которые в Германии называют каменными, штайнпильцы. Посмотрим, ну что, пойдем в лес. Вообще, на самом деле, Берлин считается одним из самых зеленых городов Германии. Здесь просто столько парков, лесов, которые находятся даже в черте города. И здесь водится множество диких животных, таких как лисы, там, не знаю, олени, разные косули, лоси, ну, кого здесь только нет. Вот на этом месте, где я стою, возможно, порыли кабаны, как я считаю. Возможно, искали желуди или трюфели. Ой, смотри, какой-то гриб. Какой-то гриб я нашла. Что это такое, да? Непонятное. Понятия не имею, что это еще может быть. Ай, ну я думаю, что он несъедобный. Он какой-то странный. Конечно, я могу посмотреть в приложении по фото, да? Найти. Думаю, что должен сказать. Ну-ка проверим. Так, делаем фотографию. И. Ну-ка. Попробуем просто сначала так. Вдруг определит. Так, окей. Говорушка дымчатая или рядовка? Интересно. Ну что, я думаю, что несъедобный гриб. Ну а что, время от времени встречаются вот такие грибочки. Это у нас не опята, но очень похоже, поэтому они называются ложные опята. Эти грибы очень ядовиты, поэтому мы их не будем брать. Так, подберемся к ним поближе. Что это у нас за такое? Маховичок. Старый-старый. Не будем такой брать. Вот что значит ноябрь, уже старые все. Но, по крайней мере, грибки. Так, что-нибудь еще здесь есть поблизости? Надо посмотреть, тут какой-то гриб непонятный. Но я думаю, что этот... Ой, вообще старух. Старух. Так, что мы тут еще найдем? Ой, вон там какой-то грибочек есть. Посмотрим, что это такое. Так. Какой-то старый тоже весь. Вообще, тоже маховик. Ну, или польский это, скорее всего. Очень старый уже. Хотя, кто его знает, может быть и молодой. Весь из кромсала, да? Ну, думаю, нет, он уже такой старенький тоже. Ну, хотя бы первые находки. Мы еще долго ходили в поисках хороших грибов. Нам встречались вот такие белого цвета, вот такие странные, с черной каемкой, похожие на зонтики. А даже еще и такие. Вроде бы съедобные, но мы не рискнули их брать. Спустя несколько часов все же удалось найти пару удачных мест. Здесь мы нашли заветный белый гриб. Несмотря на то, что только один белый гриб, но ради этого одного гриба стоило идти в лес. Позже удалось отыскать пару маслят и уже по дороге домой красивый подберезовик. И напоследок хочется дать важный совет. Если вы не знаете, что это за гриб, то, пожалуйста, не берите его. Оставьте его расти там, где он растет. Возможно, он небезопасен.